Всем привет, мои дорогие друзья! Мы с вами, собственно, продолжаем играть в эфир 3. На чем мы тут у нас остановились? Пройтись вы... Кого? Порт какой-то? Чё? В общем, куда-то отправляетесь. Да, не успели мы тут начать, уже нам хотят прописать. Ну ничего страшного, у нас... Мало патронов, конечно, но мы справимся. Так, что у нас тут? Давайте вот так ладно. Что? Что тебе? Свинца, на тебе. Так. Ну что? Будем... Свинца получать будем? Как вы считаете, будем? Так, ну что там? Черт, а? Давай иди сюда. А можно отойти? Отходим. Блин! Иди ты отсюда. Так, замедление. Конечно, в первых там частях, ну, в первой, например, части эфира замедление было получше, сделано гораздо лучше, там хуже, конечно, может быть, тут тоже сойдет в такой игре. Ну,
Блин. Да уйди ты. Круто вообще смотрится. Взрыв. Блин, черт. Иди ты нафиг от... Сколько вас тут будет? Так, подождите. Поближе все. Слишком далеко просто. Так, блин. Так, ну блин. Иди ты нафиг все. Да блин, стоять! Чуть не убил, зараза, а? Где? Где это там скотина? О! Так, не хотите? Ну, фиг тебе.
да? Так, подожди-ка. Да блин! Давай на тебе. Да вот тут вот. Еще кокнуть. Вот так вот. Гранатомет тут нужен. Другого никак. Вот же. Контрол. Пипец какой. Ну, пипец. Наконец-то сдох. Фух. Иди ты отсюда. Заблокировано. Thank you.
Так, осторожно, там это. А, это же это. Черт, о, молодец. Family will be gods. Nothing but rage, out of control. Все, что ли? Вряд ли, мне кажется, еще. Jin Soon Kwon. Can anyone hear me? I've crossed information that needs to get out, but there are other people everywhere. Forget this girl. Saving her won't free you of your ghosts. She's insignificant compared to what is going on around us. Why we've really returned to this godforsaken place. Find a power relay station. Follow the utility tunnels that lead into the city. It's the only way to reach me safely. When I was 10, Mother reached out to me. We joined minds. She was learning how to escape her containment. 6 days later, our friends at Armacan killed her by cutting off her life support systems. These people, these survivors, have also been touched by her. This cleanup is more than just a public relations nightmare.
It's about attempting to control something terrifyingly powerful. Я же говорю, не все. Steel yourself. They know you're here. Да, вот этого надо еще убить. Где он? I need some support, goddammit! Не пойму. Ты, блин. Да блин, бегай! Пипец, их там сколько. Чё такое? А, это дропс. Как можно гранатами бросаться уже? А, так они ещё и прыгают. На тебе. Так, тебе надо тоже. Здесь материться, значит, на тебе. Чтоб тебя, урод. Еще и не сбил. Вообще прелесть просто. На. Так,
Пипец. Ой, черт, блин, я случайно игру свернул. Так, ну кажется, запись продолжается. Да. Запись идет. Просто у меня этот Ctrl и вот этот левый Ctrl и эта фигня, которую кнопка Windows, короче, находится рядом. Так получилось. They are getting stronger. Искать. Интересный момент. Теперь ищи священа. Вот дверь, которая открывается здесь. Если вообще такова имеется. О, что это? Navigation and weapon systems online. Safety protocols disengaged. You are now cleared to engage all hostile targets. Hey. Wow. Мясо просто.
что делаешь? To leave a legacy of gods. Instead, it will be a legacy of monsters. Recommend immediate shutdown and diagnostic check.
Блин. Прикажете мне это делать? Ну вы издеваетесь, что ли? Так. А, надо проходить там, где нет тока. Понял. Все. Не сразу. Понял, что нет, там, где его нет. Я думал, он там везде есть, просто отключается. На пару секунд. Grenade out! Ё-моё! Тут кошмар. Can you see him? Are you kidding me? Yeah. Where the fuck did he go? Get your fucking head down! Frag out! Enemy by the door! Все, успокоились. Что это было? Thank you.
где он там будет? А вот. Бежим. А, блин. Ай! Ты чёрт! Чёрт, не успел. Давай! Я сейчас материться начну. Теперь все. I thought she'd be happy to see us. You. I knew you were alive. You'd come for me. Where the hell have you been? Something here you need to see. His name is Michael Beckett, Delta Squad. Apparently, he got himself mixed up with Armacam's secret project. See, family, as I've been telling you all along, brother. Became obsessed with me. Don't you people understand? Оценка задания. Продолжить. Our time is coming. She would have.
second. I saw Armacan retrofitting their EPA launchers into passenger transports. Makes sense now. Need to hijack one if we want a chance in hell of getting to Beckett in time. Judging from the tape I showed you, Armacan has Beckett. They probably have him somewhere in Port Authority, waiting to be shipped out like everyone else. Еще один пройдем, уже и закончим. All call signs be advised. We got increased seismic activity in your area. Watch for sinkholes. Опять 12 патронов, опять пистолет. В общем, как мы любим. Eyes up! Targets by the fence! Command Victor 3-9. What's the status on our evac? Victor 3-9, that's a negative on evac at this time. Continue holding position. Copy that. Holding position. О. Так, заблокировано. Oh.
35 патронов. Давайте, давайте, давайте. Бесконечные патроны, это все. Блин, вот умник-то, а. Simple as you'd like, is it? Пипец. Еще и зомбарей тут не хватало. Полного счастья. No!
А, блин, офигеть, вы чё? Вы чё, с ума сошли, что ли? У меня патронов нету. Процентов там, где завершено. Возьмите проценты, чем сзади туда толкают. Процент у него там. Блин!
Я в этом сомневаюсь, что мне сюда. Пошел ты в жопу. Привет. Вот далеко. Вот пипец какой-то. I don't know or care which Armacan lackey you are. Just stay out of our way. We have a mission to complete. Да.
хватит. Вот мне патронов-то очень мало. Точнее, их вообще нету. Да, патронов у меня нету, офигеть просто, как я должен с ними сражаться, как? Ганя.
Договоримся, что вы меня убивать не будете. Блин. Да какого чёрта происходит? Вот твою мать, вот это так твою мать. Вот так твою мать. Да блин, пипец. Это как я вообще так мог сфейлиться-то? Без мат невозможно проходить. Да блин! Что делаешь-то, урод ты, коза? Так, где там? Вот так вас. Так.
где это оружие было? Нет, тут не это оружие. Разряд, блин, урод, а? Ты тут откуда взялся, козёл? Так, он сейчас будет нового выпускать. Inbound, target detected.
это кто еще? Ё-моё. Ё-моё. Валим. Если это возможно. Ё-моё, что за... Да... Ну, не дали, конечно. Босса. Это всех должно брать. Да. Да блин. Каюк сейчас. О, все, каюк. Полный каюк. Поаккуратнее. Эй, игра, давай ты лагать не будешь, а? Игра, ты что делаешь? Алло. Место кончать, что ли? Что за бред? Игра. Алло, успокойся. Пипец какой-то. Можно тут немножко это помягче. Потому что это нереально тут. У него гранатомет, у меня обычные эти. Игра. Кончает что ли у меня или что, я не понимаю. Да, ну ты и дура. Так, что делать-то? Ну, надо было меня убить, чтобы FPS нормализовался вообще. Потому что это что-то мне не нравится. Какой кошмар, да. Какой кошмар. Вообще кошмар. Вполне не шить. Я сейчас материться начну, ребят, так что не обессудьте. Смотрите, что делаю. Где он вообще? Меня долбит, а я его не вижу нифига.
Пипец. Вообще просто пипец. Фу. Можно куда-нибудь свалить, что ли, от него, или что? Мне гранатомет тут нужен. Я без гранатомета тут никто просто. Или подожди-ка. Что если... Блин. Да ёб твою мать. Вот это надо сделать ему. Сейчас. Я попробую. Вот это взорвать. Попробую. Давай, иди сюда. Иди сюда, голова. Сейчас я тебе сюда приспею вниз. Иди сюда. Иди сюда, иди. Ну, ты скотина. Умеешь ты. Давай поманим. Вообще не убить. За бред. Может гранатами просто закидать. Лишними не было. Гранатами закидаем. Замедлим. Ага, фиг тебе. Да блин! Что делать-то здесь? Как его валить? Я патронов пот наплакал из-за этих ублюдков, которые там были. И все. Или наверх подняться куда-нибудь. Потому что тут без гранатомета, например, вообще нереально. Все, валим. Да твою мать, а! Нет, вы видите, что происходит? Как вот не возмущаться? Мне надо наверх. Но он мне не даст этого сделать, потому что... Это пипец какой-то. Да ё-моё! Вот он колбасит меня так.
Пипец. Да твою мать! Как его завалить-то? Дайте хоть что-нибудь. Нормально, гранатомет какой-нибудь, я не знаю. Потому что это нереально. Узишки мне даете какие-то идиотские. Вот. Так. Ё-моё, пипец. Вообще какой-то. Пипец, конечно. Валим. Валим, я сказал. Вали куда-нибудь, я не знаю куда, ну куда-нибудь, блин. Так, теперь надо вниз. Вали вниз. Так, так, тихо. Садись. Ё, ты куда-нибудь будешь валить, нет? Сейчас кого-то убью. Да уж. Да. Забери, удишки сраные. Да твою мать! Да как его валить-то, я не понимаю? Он в любом случае сильнее меня. Это нереально тут. Вообще не понимаю. Вот видите, да, уже стреляет. О, как колбасит. Я даже не успеваю, не успеваю тебя взять. Где он? Пистолетом варить будет.
А, это же это. Блин, нафига я его взял? Блин, сейчас точно материться начну. Чё-то не то оружие ты берешь. Идиот, кусок. Где он там? Давай-ка, иди сюда, эту. Блин, ты что-то застреваешь, что ублюдок? Застревает еще, блять. Я так не пройду никогда, вы чё? Да блин, что-то не то оружие ты берешь, козёл, кусок. Еще последний раз и прекращаю. Может, это тут что? Смотрите, что тут делается. В любом случае сильнее меня. Ну, смотрите, что тут творит. Где он? Во-первых. Пошел ты в жопу. Можно без него как-нибудь обойтись? Меняй, бери оружие, пока не поздно. Ты козла кусок, а? Сейчас, не знаю, что я буду делать, но я буду сейчас материться, наверное. Потому что это пипец. Тут. Не важно, тут. Выйди. Залипание клавиши из тебя будет. Да ты что делаешь-то? Замедление времени-то использовать не получится. Как бы. Надо восстановить ее как-то умудриться еще, чтобы ее как-то использовать. Потому что давай вот будем бегать так. Блин.
замедляй. Да беги ты, козёл, кусок, ты придурок конченый. Ублюдок, а? Ну ты ублюдок, я очень могу тебе сказать. И это не персонаж, а какой-то идиот просто. Конченый какой-то придурок. Блин, ты посмотри, что делает, а? Ублюдок, а? Да ёп! Беги! Беги, твою мать!
Ни хрена себе. Ну нифига себе. Еще твою мать. Блин, ну вы даете, а? Не подыхают, не подыхают. Да-да-да, конечно. Вот как я должен сейчас с вами? Без патронов, без всего, без того. Не знаю, скину что-то. Нифига, он еще и стреляет. Простите.
Интересно. Вопрос. Так. Лестницу вот тут и все. Так, ребят, секунду. Так, ребят, я тут нашел, куда идти. В общем, вот сюда. Тут запутался, я уже маленько подустал. Да,
заканчивается. Мне места так не хватит. Зря все-таки я решил пройти два уровня. Тут две главы за. Что это? Что-то звука-то нету. А, ну есть просто какой-то. А, ну конечно. Вот он так должен быть здесь. Всему да. Ты что делаешь-то? На ровном месте мне тут. Осторожно. Тихо. Подожди, что за звук это? Какой-то звук пропал. Или, типа это так должно быть, что-то так. Ну-ка. Нет, это у меня во всей игре так сейчас. Хватит уже стрелять, хватит. Хорош уже. Настрелялся я в этой серии уже. Да пипец какой-то, смотрите, да? Что за игра? Что с тобой? Да блин!
Подожди. Нигде это. Стрип. Черт, вот нафиг тебе надо было перезаряжать сейчас. Вот, молодец. Ё-моё! О, чёрт. Подождите, а куда там надо было идти-то вообще-то? Опять. Вот ты козёл, а? А, ё-моё! Ну круто. Давай быстрее.
Everyone agrees what must be done. Everyone but you. Да. Все понятно. Так, у меня очень мало патронов подбило. Давай дробовик сейчас. They should have tossed you out. Раз, из него я сейчас тебе покажу. На. Я сказал. Сейчас у меня каючка будет вот что. Что у нас говорит? Гнев. Ё-моё! Не, ну это пипец, конечно. Давай вот так сделаем. Собака страшная.
Идем. It's this way! Все, наконец. Все. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем добра и всем пока. До скорых встреч. Всем пока-пока. Удачи вам.